Francia Internacional. В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В тайбэйской студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 16 августа, четверг, и в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей о Тайване, после чего вас ждут тематические передачи четверга. Виталий Самойлов продолжит разговор с учителем английского языка передачи «Тайваньские университеты», а далее вы услышите передачу «Звуки города» с Валерией Гимрановой и Иваном Юмином. И в завершении сегодняшнего эфира «Азия в современном мире» передача Андрея Солодова. А сейчас коротко о главных новостях за 16 августа. Президент Тайваня встретилась с главами стран-союзниц в Латинской Америке. Тайвань и Гондурас будут сотрудничать в области сельского хозяйства. А в тайваньском правительстве приняли бюджет на 2019 год. августа президент Китайской республики Тайвань Цай Инвэнь приняла участие в инаугурации нового избранного президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса. На этом мероприятии Цай встретилась с главами других стран этого региона, в том числе и с вице-президентом Гондураса Ольгой Альварадо. Цай Инвэнь и Альварадо на встрече обсудили возможности расширения сотрудничества между Тайванем и Гондурасом. Они пришли к выводу, что основной сферой для совместной работы станет сельское хозяйство, в частности, выращивание авокадо на территории Гондураса. По словам заместителя генерального секретаря Тайваньского совета по национальной безопасности Цай Мэньяня, Тайвань также помощь фермерам Гондураса для улучшения качества семян авокадо. Тайвань поможет Гондурасу улучшить качество семян авокадо. Кроме того, Тайвань окажет помощь в продаже и закупках авокадо, выращенных в Гондурасе. В краткосрочной перспективе основным рынком для сбыта станут страны-соседи. Но мы надеемся, что в будущем Тайвань станет азиатским рынком сбыта плодов авокадо, произведенных в Гондурасе. Кроме этого, Тайвань планирует увеличить закупки кофейных зерен из этой центральноамериканской страны. Начиная с прошлого года, тайваньская корпорация Taiwan Sugar помогает гондурасским фермерам в разработке собственных кофейных брендов. А сами кофейные зерна уже поставляются на Тайвань. Президент Тайваня Цай Инвэнь 15 августа приняла участие в церемонии инаугурации президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса. На этом мероприятии Цай также встретилась с руководством других стран этого региона.
В инаугурации нового президента Парагвая приняли участие президент Аргентины Маурисио Макри, президент Бразилии Мишель Темер, президент Боливии Эво Моралес, президент Колумбии Иван Дуке, президент Гватемалы Джимми Моралес, а также президент Уругвая Табаре Васкес. Цай Инвэнь провела краткие переговоры с главами стран-союзниц в этом регионе, а также приняла участие в религиозной церемонии в церкви в городе Асунсьон, столице Парагвая. августа в исполнительном юане Тайваня приняли бюджет на следующий год. В правительстве утвердили общий бюджет страны, бюджет вспомогательных подразделений, а также бюджет второй стадии реализации перспективной программы инфраструктурного развития. По словам главы исполнительного юаня Лай Цинбэ, в условиях улучшения экономической ситуации и увеличения налоговых средств в правительстве приняли решение увеличить бюджет на 2019 год до 2 триллионов тайваньских долларов, а это почти 65 миллиардов долларов США. И эта сумма выше бюджета на этот год на 3%. Коротко о погоде на Тайване. Сегодня, 16 августа, в Тайбэе температура воздуха днем составила 32 градуса тепла. Была солнечная погода, но местами прошли дожди. Завтра на территории всего острова ожидается дождливая погода. В Тайбэе от 27 до 34 градусов. В центральной части от 26 до 34. От 25 до 32 градусов. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Далее вы услышите передачи «Тайваньские университеты», «Звуки города» и «Азия в современном мире». А я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ. Уважаемые друзья, с 25 марта по 28 октября в соответствии с весенне-летним расписанием вещания передачи русской службы МРТ будут транслироваться на следующих частотах 9590 кГц с 14.00 до 15.00 по UTC в регионе вещания Сибирь и 11955 кГц с 17.00 до 18.00 по UTC в регионе вещания Европа и Центральная Россия. В эфире Международное радио Тайваня. В эфире передачи «Тайваньские университеты» мы продолжаем общаться с преподавателем английского языка на Тайване Александрой Захаровой. Правда ли, что студенты-тайваньцы не стесняются кушать во время лекций? Да. И, я бы сказала, они просто не стесняются, просто у них такие правила. Если студент привык к тому, что он находится в школе по 12 часов, естественно, у него нет времени, чтобы поесть дома, и он приносит с собой. Я думаю, что это
тенденция сохраняется к университету. И они просто продолжают есть на уроках. Какая разница, это же лекция, они сидят и слушают. Поначалу было очень странно, но вот где бы я ни была, мне кажется, учителя даже с этим не борются. А некоторые учителя даже говорят, вы не стесняйтесь, приносите с собой еду. Особенно вот если у вас есть урок вечером, то просят студентов приносить с собой еду. И сами иногда приносят и делятся. Очень странно. Не знаю, как с точки зрения нашего организма, когда работает желудок, говорят, что голова не очень хорошо работает. Но, может быть, у тайваньцев организм устроен иначе. Ну, я могу сказать одну вещь. Если они едят, они хотя бы не заснут. Бывает такое очень часто, что студенты просто засыпают. Они даже пытаются, не слушают себя, не пытаются что-то читать или что-то писать и засыпают. Вот эта привычка студента спать где угодно, в какое угодно время, в какой угодно позе, для меня, конечно, была сначала шоком. Но это реальность, поэтому с ней приходится мириться и находить какие-то пути, чтобы их заинтересовать и разбудить. Хорошо, спасибо большое. Вот мой общий список вопросов в целом подошел к концу. И я тогда хочу перейти к беседе по поводу нынешнего этапа. Да? Сейчас ты уже приехала в Тайбэй обратно. И какие здесь планы, дальнейшие цели? Я, конечно, даже не знаю, это подготовка этап. Поэтому я планирую закончить аспирантуру. И параллельно с этим работать в университете part-time, взять несколько часов в школе, чтобы не отвлекаться от моего исследования. Угу. Вот тогда следующий мой вопрос, конечно, будет про тему этого исследования, чему оно посвящено. Поскольку моя специализация – это внедрение технологических наук в обучение, в данный момент я смотрю, как бы поудобнее, поудачнее внедрить онлайн-видеокурсы в обучение. То есть как эффективнее это сделать? Как эффективнее это сделать? Я создала онлайн-видеокурс, то есть я засняла несколько уроков, помогая своим студентам научиться по-английски составлять и писать их резюме, чтобы подготовить их к работе. И там серия разных видео, в которых я объясняю разные части, разные секции резюме. И после этого мои студенты онлайн пишут и помогают друг другу проверить ошибки. И мы смотрим, сравниваем качество их резюме. Угу. Это в современном мире очень распространенное явление. Сейчас многие курсы можно заказать, даже университетские курсы заказать и прослушать их в интернете. Вот насколько эти технологии действительно эффективны с точки зрения вот, по сравнению с занятиями в аудитории? Если вы используете это разумно, если вы не перебарщиваете с этим, поскольку надо смотреть на способности ваших студентов, надо смотреть на их возможности, как они приспособятся к этому курсу. И я в основном не просто заставляю их смотреть эти видео, делаю все самим. Как бы я это все сопоставляю с нашими уроками в классе. То есть они делают какую-то часть с помощью этих курсов дома, и потом мы в классе это проверяем, или мы комментируем друг другу. То есть они, основная проблема всех этих видеокурсов в том, что нет должной поддержки со стороны преподавателя. Поэтому мы пытаемся интегрировать этот курс в наше обучение, чтобы было достаточно поддержки, и при этом сохранялась независимость студентов в обучении, чтобы они приобретали активные навыки обучения. В принципе, эти навыки можно было бы потом применить их в дальнейшей жизни. А вот мой следующий вопрос к Александре будет о скайпе. Сейчас очень многие и на Тайване, в том числе языковые центры, используют технологию скайп для обучения, как бы урок в любом месте, в любое фактически время возможно, и даже студент имеет возможность выбрать разных преподавателей, что-то такое. Вот как вы к этому относитесь? Ну, это интересное нововведение. Очень помогает разным студентам, поскольку не все хотят тратить время, чтобы куда-то ездить, поскольку не всегда в их населенном пункте есть преподаватель, который бы мог бы им помочь, профессиональный,
педагог, который бы смог научить их чему-то. Скайп позволяет соединить студентов в удаленных местах с учителями, которые тоже не надо сходить вместе, чтобы чему-то научить студента. Поскольку большинство студентов нуждается в том, чтобы активизировать уже имеющиеся знания в английском языке, им нужна просто разговорная практика, и скайпа для этого достаточно. К тому же в данный момент существует очень много разных приложений, которые совмещаются со скайпом. Например, онлайн-доска, где ты тоже мог бы писать, и студент мог бы все это в данный момент видеть. Если мы говорим о новых технологиях, я знаю, что вы также автор и соавтор многих работ, посвященных новым технологиям образования. Это привлечение. Я выступала на нескольких конференциях, в том числе конференции в Соединенных Штатах Америки, Японии и, соответственно, на Тайване. И мы делились нашими исследованиями и практикой. Мы смотрели на то, как наши студенты справляются со стрессом обучения, поскольку на Тайване наше образование нацелено на то, чтобы подготовить студентов к тесту. Очень многие студенты страдают от стресса. И эта тестовая система не всем подходит. И чтобы как-то помочь им справиться с этим стрессом, мы пытались внедрить новую технологию, которая называется Audience Score. Нужно воспользоваться своим телефоном, чтобы выбрать ABCD, и это на экране в то же время всплывает. То есть как-то более игровое, гораздо легче проверить. И студенты перестают так много волноваться, когда такие вещи делают с тестом. Также мы исследовали новую технологию под названием онлайн-карты, где студенты могли бы изучать новые слова на карточках. Соответственно, карточки онлайн, они смотрят в эту сторону и пытаются угадать другую. Там тоже все в игровой форме, и есть онлайн-класс, где студенты могут видеть все домашние задания на каждую неделю, а учителя могут видеть прогресс студентов. Ну, это вкратце. Было очень много. Нам не хватит времени все это обсудить. Здорово. Ну, так что, дорогие друзья, я думаю, что если у вас будут вопросы к Александре, то вы можете написать нам на наш адрес электронной почты ess@rti.org.tw. И еще раз напоминаю, что в студии в эфире Международного радио Тайваня была Александра Захарова, опытный преподаватель, который на Тайване работает уже много лет. Спасибо. Саша, еще раз благодарю тебя за то, что ты нашла время приехать к нам в студию. До свидания. Вы прослушали передачу «Тайваньские университеты», вторую часть интервью с преподавателем английского языка на Тайване Александрой Захаровой. Итак, дорогие друзья, на этом время передачи подошло к концу. Для вас ее подготовил и провел Виталий Самойлов. До новых встреч в эфире. А далее вас ждет передача «Звуки города» с Иваном Юмином и Валерией Гимрановой. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из тайбэйской студии вас приветствуют ваши любимые ведущие Валерия Гимранова и... ваши атаянские ведущие Иван Юмин. Всем доброго времени суток! И всем привет! Дорогие друзья,
Да, если вы помните, то на прошлой неделе мы с Ваней отправились в тайбэйский дом преданий, где как раз проходила выставка ЦИПАО. Сегодня мы продолжим рассказывать о данной выставке, а в самом конце передачи, кроме новой загадки, вас также ждет кое-что очень интересное. Так что оставайтесь с нами. Опишу немножко внутренний интерьер здания. Достаточно маленький, но на первом этаже есть 3 комнаты. А первая комната – это все про историю этого здания. Потом же 2 комнаты, там все типа. На втором этаже это тоже типа, но уже современнее. А к выходу там есть маленький магазин, как обычно, для того, чтобы покупать сувениры. Я заметил, что очень интересно, именно в тайбэйском доме преданий они сделали специальный путевод для тех, кто не могут видеть. Ты имеешь в виду для слепых туристов, да? Да. Вот так, у них есть такая специальная книга именно для них, чтобы они могли читать и понять историю этого дома. Я очень ценю. Да, Ванюш, я тоже должна признать, что это одно из немногих мест на Тайване, по крайней мере, из которых я была, где действительно была предложена такая форма изложения информации, такая форма изложения истории этого здания. Мне на самом-то деле очень понравилось, даже несмотря на то, что мы не смогли записать внутри дома, но сама атмосфера и сам тот факт, что мы попали на такую интересную выставку, потому что я никогда, опять-таки, не интересовалась ЦИПАО, я знала, что это традиционные китайские платья, но на этом мои знания ограничивались, к сожалению. Зато сегодня вот я узнала достаточно много о нем, о них точнее. Да, мне тоже. Я всегда приезжаю в этот дом и только сегодня вошел и узнал его. Кстати, билет за вход тоже дешево. $15. И мне кажется, стоит. К сожалению, знаешь, я должна признать, что, допустим, здесь посетителей, для наших слушателей, что дом тайбэйских преданий находится в непосредственной близости от музея современного искусства Тайбэя. И, наверное, возможно, поэтому, а возможно, наоборот, благодаря этому для меня есть посетители, потому что, на мой взгляд, его посещает очень мало людей. Возможно, есть иностранные туристы, которые приходят туда, потому как это значится в списке достопримечательностей Тайбэя. Но если же сравнивать его и, допустим, сравнивать с какой-то другой достопримечательностью, да, тот же самый музей современного искусства, либо же мемориал Чан Кайши, все-таки несравнимо количество людей, которые ходят туда, и мне на самом-то деле очень жалко, потому что дом действительно сам по себе очень интересный, и, наверное, стоит потратить 20 минут, особенно для тех, кто посещает или собирается посетить музей современного искусства. Все-таки стоит посвятить свои 20 минут для того, чтобы зайти и хотя бы просто посмотреть и узнать, что же это за дом. Я тоже согласен с тобой. Дом маленький, но правда стоит немножко времени посмотреть и почитать историю. И здесь тоже хорошо сделан маленький парк совсем рядом с домом для детей. Здесь маленькая горка есть, еще и качели. Да, и качели, и все под деревьями, поэтому даже когда жарко, тоже нормально. Очень приятно здесь находиться. Вот, ну что, Ванюш, тогда я тебя благодарю за такую загадку, за нашу сегодняшнюю утреннюю прогулку с тобой. Столь замечательное место, теперь я знаю больше о тайбэйских достопримечательностях. И готовься слушать мою загадку. Да, и кстати, подождите. Мы хотим подарить слушателям маленький подарок. Мы хотим подарить двум счастливчикам, которые напишут о себе, о том, что они будут, что современные китайские и тайваньские женщины все-таки предпочитают в повседневной жизни носить одежду европейского типа.
Мы хотим вам подарить брошюрки из данного музея. Средняя брошюрка на китайском и английском, русского здесь нет. Но я думаю, что эта брошюрка может стать очень приятным памятным подарком. Поэтому те два счастливчика, которые напишут нам, обязательно получат. Через Ваню при входе в музей. Да, что эти два листа с печатью еврейского дома. А еще раз, Вера, какой вопрос? Я еще раз повторю вопрос. Как вы относитесь к тому, что китайские и тайваньские женщины в повседневной жизни более не носят традиционное сипао, а предпочитают носить одежду европейского стиля? Мы ждем ваши ответы. Да, мы ждем их с нетерпением и надеемся получить их в скором времени. Очень ждем. Алера, не забудь свою загадку. Все, включай, Ванюш, слушай. Друзья, прежде чем попрощаться с вами в этом выпуске передачи, мы с Ваней припасли для вас еще кое-что интересное. Я думаю, что Ваня расскажет о своем сюрпризе самостоятельно, а я с вами поделюсь одной очень интересной новостью, которая непосредственно связана с сипао. В мае этого года традиционное китайское платье стало яблоком раздора в одном из штатов США. 18-летняя школьница Кизия Даун, выпускница одной из школ Юта, не могла себе представить, что по окончании выпускного вечера она станет центром скандала, разгоревшегося в социальных сетях. Кизия Даун, девушка не китайского происхождения, была горячо раскритикована после того, как она на страничке своего аккаунта в Твиттере опубликовала фотографии с выпускного вечера, по случаю которого она решила надеть красное сипао. Некоторые критики обвинили ее в присвоении культуры. В частности, публикация одного из пользователей социальной сети Twitter Джереми Лам, в которой он очень категорично раскритиковал девушку, написав «Моя культура – это не твое чертово выпускное платье», набрала более 40 лет. Как передает The Telegraph, британская новостная публикацию с фотографиями выпускного вечера. И что самое интересное, очень многие жители Китая поддержали ее в этом решении. Так, например, одна из пользовательниц китайской версии Twitter Weibo написала: «Я очень счастлива, что девушка решила надеть сипао в качестве ее выпускного платья. Это означает, что она думает, что наша культура красивая. Она выглядит великолепно. И если люди на Западе говорят, что она не может надевать китайскую одежду, означает ли это, что китайцы не могут надевать одежду западного стиля, как, например, свадебное платье? Это было бы очень глупо». Ответ Кизии Даун на весь негатив в социальных сетях был таковым: «Для каждого, кто выразил негативное мнение, я не имела в виду неуважение к китайской культуре. Наоборот, я просто-напросто показываю мое уважение к культуре. Я не удаляю мою публикацию, потому что я не сделала ничего, кроме того, что показала свою любовь к китайской культуре». Данное событие действительно стало по-настоящему горячей темой для обсуждения, ведь новость о нем появилась в таких новостных агентствах, как The Telegraph, Daily Mail, The Guardian, USA Today, Global News, New York Times, а также в ряде других информационных каналов и модных журналов. Дорогие друзья, а каково ваше мнение? Что вы думаете по поводу ношения традиционных китайских платьев или же индийских платьев и других культур? Поделитесь с нами, о нем. А впереди вас ждет небольшой сюрприз от Ивана Юмина. Спасибо, Лере, что дала нам такую интересную информацию. Дорогие друзья, а я приготовил маленький сюрприз для вас. Я вам прочитаю поэзию, которая
прочитал. Эту поэзию написал китайский поэт Ли Бавуй Лю. Поэзия, конечно, написана на китайском языке, но я переведу основной смысл на русский язык. Сначала прочитаю на русском языке и затем на китайском языке. Была одна поэзия. Ее написал не поэт, а написала женщина, которая типал. Эта поэзия написана не на бумаге, а на древней переулке. Эта поэзия написана не на бумаге, а на ходящем ветру. Женщина, которая типал, она обогревала великий шелковый путь. И типал стала вечной легендой. Женщина, которая типал, ходит на переулках, словно как поэзия летает на ветру. Женщина, которая типал, где угодно она будет, и там будет самым красивым ландшафтом в мире. Ты, женщина типал, и ты самая захватывающая поэзия. А на китайском языке звучит так.有一首诗，不是诗人所写，而是穿旗袍的女子所作。这首诗不是写在纸上，而是写在古镇的小巷里，写在行走的街角。寒冷的傍晚，山路秋波，玉面散湿，柳腰烂鸟，芦曲线在山坡上摇曳。牛皮伞下，冷夜中透着风情万种。粉绿，荷塘月色；蓝白，青花瓷；五彩，花鸟飞蝶；清淡，水墨山水；还有富丽堂皇的龙飞凤舞。望一眼，便醉了江南的烟雨；看一眼，便醒了古都的春秋。穿旗袍的女子让绫罗绸缎，温暖了丝绸之路，让旗袍成为永恒的经典。穿旗袍的女子美不风骚，寒而不露，媚而不妖，凹凸有致。穿旗袍的女子，清风为你而歌，细雨为你而落。你的高贵惊艳波涛，你的芬芳满溢九州，你的国色天香弹奏出东方神韵。穿旗袍的女子，你是谜走在巷间，你是诗写在风中。穿旗袍的女子啊，无论你走到哪里，你都是人间最亮丽的风景。穿旗袍的女子啊，你是最美的诗。Дорогие друзья, на этом наш сегодняшний выпуск передачи подошел. Для вас этот выпуск приготовили и провели Иван Юмин и Валерия Гимранова. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Когда мы говорим об Азии, очень часто мы имеем в виду
не только, собственно, Азию, но и Африку. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу тему положению в Центральной Африке, вернее, в Центральноафриканской Республике, где не так давно были убиты 3 российских журналистов. Сообщения в мировой печати о происшедшем полны противоречий. Возможно, о том, что же именно произошло, мы узнаем еще не скоро. А пока где это случилось? Итак, гражданская война в Центральноафриканской Республике и ее причины и истоки. Уже много лет в Центральноафриканской Республике идет гражданская война. Военные перевороты следуют один за другим. Некоторые наблюдатели не без основания утверждают, что ЦАР, это сокращение от названия Центральноафриканская Республика, фактически представляет собой неконтролируемую официальным правительством территорию. Отдельные районы этого государства контролируются различными вооруженными группировками. Политический хаос в совокупности с довольно богатыми природными ресурсами делают ЦАР лакомым пирогом для других государств, которые пытаются упрочить свое влияние в этой части Африки. Центральноафриканская Республика – это не просто схваченное гражданской войной государство. В стране проживают около 80 этнических групп, каждая из которых имеет свой язык. Из-за религиозного напряжения по линии противостояния мусульмане-христиане ЦАР оказалась в состоянии войны всех, так сказать, против всех. Официальное правительство этого государства, которое, между прочим, по площади вполне сопоставимо со своей прошлой метрополией Франции, контролирует лишь столицу Банги, а по сообщениям многих корреспондентов и действующих в этом государстве международных организаций, лишь отдельные районы столицы. Ситуацию усложняет также и то, что при довольно значительной территории в стране проживает всего лишь около 4.5 миллионов человек. В настоящее время ЦАР является в сущности заложницей более 10 различных вооруженных группировок, которые борются между собой за власть и природные ресурсы. Центральный конфликт в этой стране носит, как я уже отмечал, религиозный характер и проявляется в виде противостояния террористической мусульманской группировки Селека и христианских вооруженных формирований, которые взяли самоназвание «Антибалака». Многие из действующих сегодня группировок откололись от одного из двух движений, упомянутых выше, и сегодня сами претендуют на власть и ресурсы. Формально группировка Селека, которой приписывают убийство российских журналистов Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, была распущена еще в 2013 году. Однако силы, составлявшие ее, до сих пор играют ключевую роль
Центральноафриканской Республики. Из 12 крупных группировок, действующих здесь, на конец 2017 года 7 – это мусульманские террористические и бандформирования. Селеки Мишель Джадотия, который успел побывать и президентом Центральноафриканской Республики, правда, всего лишь в течение нескольких месяцев, в настоящее время возглавляет так называемый Народный фронт Возрождения ЦАР. Эта боевая группировка ставит своей целью восстановление власти мусульманского меньшинства в стране. Впрочем, это, так сказать, программа. В 2015 году Народный фронт Возрождения объявил о создании на севере ЦАР мусульманского государства под именем Лагон. Республика Лагон не признана ни одной страной мира. Однако бойцы Народного фронта полностью контролируют территорию самопровозглашенной республики. В октябре 2016 года Народный фронт Возрождения ЦАР объединился с еще двумя организациями, раньше входившими в состав Селеки, что привело к образованию новой структуры под названием «Коалиция». Ее цели и методы предельно просты. Наращивая свою военную мощь, коалиция стремится к улучшению, усилению своих переговорных позиций, чтобы в конечном итоге добиться официального раздела стран. Другие мусульманские группировки не имеют таких возможностей, как коалиция, и занимаются в основном бандитизмом. Правда, исключение здесь составляет группировка «Союз за мир» в Центральноафриканской Республике, которая действует на юге, в центральной части государства. Эта мусульманская группировка примечательна по целому ряду причин. Во-первых, «Союз за мир» выступает против раздела страны и стремится лишь к полноправному представительству в органах власти. Еще одна отличительная черта этой организации – этническая однородность. Практически все бойцы «Союза за мир» являются представителями народа Кульбе. Благодаря зарубежной поддержке еще несколько лет назад «Союз за мир» был наиболее мощной вооруженной группировкой в Центральноафриканской Республике. Однако очень многое изменилось после того, как была образована коалиция. Боевые столкновения между мусульманами на сегодняшний день являются, так сказать, главным театром военных действий в гражданской войне в Центральноафриканской Республике. В этих противостояниях
преимущество находится в руках коалиции. В докладах международных некоммерческих исследовательских фондов, которые ставят своей целью предотвращение геноцида в странах Африки, утверждается, что Союз за мир пока еще функционирует и остается существенной силой Центральноафриканской Республики во многом лишь благодаря иностранной поддержке. Вся западная часть Центральноафриканской Республики, в том числе и столица Банги, контролируется христианскими вооруженными формированиями. Однако единства в рядах анти-Балахи, как и среди мусульман, нет. Следует подчеркнуть, что боевики анти-Балахи – это не только христиане. В рядах этой группировки нередко можно встретить и анимистов. Хотя сама группировка появилась как ответ на захват власти боевиками Селеки, многие ее участники имели опыт военных действий в составе банд формирований. Еще в 1980-х и 90-х годах в сельских районах ЦАР из-за высокого уровня преступности возникли группы самообороны, которые в 2013 году присоединились к анти-Балахи и стали участниками погромов в мусульманских поселениях. Во время государственного переворота в 2013 году анти-Балахи вместе с правительственными войсками сражалась на стороне президента Франсуа Бозизе. Впоследствии сторонники Бозизе под руководством полевого командира Максима Макома разошлись со своими соратниками и вступили в союз с мусульманской коалицией. Причина, почему они пошли на это, очевидна. Они поддерживают идею мусульман о разделении Центральноафриканской Республики на две страны. На мусульманское и христианское государство. Однако готовы согласиться с этим далеко не все. Лидерам оставшихся верными, так сказать, своим идеалам боевиков анти-Балахи стал бывший министр спорта Эдуард Нгайсон. Свою деятельность они оправдывают существованием угрозы, которую представляют мусульманские боевики для немусульманского сообщества. Нгайсон заявляет о необходимости защиты Родины от чужаков и обещает, что его бойцы не сложат оружие, пока в стране остаются боевики и селеки. На сегодняшний день это крыло анти-Балахи остается лояльным центральной власти. Однако в связи с формированием коалиции их позиции уже не так прочны. Буквально слово «анти-Балахи» переводится с языка «санго» как «анти-меч». На сленге же слово «лака» используют также для обозначения автомата АК-47,
Таким образом, в своем названии христианские повстанцы выразили свое желание останавливать пули от автоматов Калашникова, выпущенные бойцами Телеки. Однако миролюбия в этих христианах оказалось не слишком много. О жестокости боевиков антибалаки неоднократно сообщали средства массовой информации, а также действующие в стране международные организации, в том числе и представители ООН. Один из наиболее популярных среди боевиков этой группировки способов расправы противником является сожжение человека заживо. Дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу сегодняшнюю передачу. В ней речь шла о ситуации, которая складывается в Центральноафриканской Республике, где совсем недавно были расстреляны российские журналисты. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч на волнах нашей радиостанции. Oh,